Я говорю, мы общались с человеком, мы вообще не разговаривали, вы просто стояли. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Лейтенант Скрипка. Лейтенант Скрипка? Да. Это лейтенант Скрипка чего? Лейтенант Скрипка космических войск. Космических войск? Да. Это сейчас так отвечают? Да. А что? А как сейчас отвечают? Аккуратно, пожалуйста. А как сейчас отвечают? Я говорю, аккуратно, пожалуйста. Не о чем общаться, да? Не понял, еще раз. Не о чем общаться с нами? С вами? Или как, конечно. Вы отвечаете сейчас? Конечно. Я вроде по-нормальному подошел. Я гражданин Украины. Да, я вас еще раз объясняю. Представьтесь, пожалуйста. Я вам представился. Лейтенант полиции Скрипка. Нет, вы лейтенант космических войск. Я не знаю, может, вам послышать. Понял. Послышь, не надо ко мне подходить. Чего? Потому что... Вызовите, не курите в общественном месте, уважаемый. Уважаемый, не курите, пожалуйста, в общественном месте. Арестуйте меня. Будьте добры, ваши документы. Арестуйте меня. Документы удостоверения. Еще раз говорю, арестуйте меня. Шановный, будь ласка, не... Я еще раз объясняю, товарищ полицейский космических войск, представьтесь, будьте любезны. Товарищ полицейский, представьтесь, пожалуйста, по форме. Я не знаю, вот 071 написано на борту. Они не представляют охранять. Пришлите, пожалуйста, нормальный экипаж, который... Я так подозреваю, это полицейских космических войск. Это все будет в прокуратуре в Ютубе завтра. Я обещаю этому полицаю. Чего меня вообще задает? Так что, полицай, будете со мной общаться или нет? Да. Он космических войск. Удостоверение предъявите. Не курите общественном месте, пожалуйста. Говорю, удостоверение предъявите. Пожалуйста. А вот за то, что вы выбросили бычок, это да, пожалуйста. Статья административного кодекса Украины. Это космические войска? Снимать нельзя. Серьезно? Да. И в руки нельзя передавать? В руки нельзя. Ко мне не надо подходить. Я еще раз объясняю, не надо мне угрожать. Шановные документы. Я говорю, стойте, пожалуйста, на безопасной дистанции. Еще раз объясняю. Я вызвал сюда 102. Стойте, пожалуйста, на безопасной дистанции.